С 1 июля жители России, в частности Севастополя, смогут получать новые социальные выплаты. Предназначены они будут для родителей, которые в одиночку воспитывают детей, а также для беременных женщин. Ранее эти пособия были анонсированы президентом страны Владимиром Путиным в ходе ежегодного послания Федеральному собранию страны. Это выплата женщинам, ставшим на учет по беременности и родам на ранних сроках беременности. Это означает, прежде всего, что если женщина осталась с 6 до 12 недель беременности на учет, и второй основной момент для этой выплаты, если средний доход на семью, на каждого члена семьи не превышает среднедушевой доход в регионе, а в Севастополе это составляет 11 380 рублей, значит, эта женщина имеет право на данную выплату. Назначаться выплата будет, начиная с 12-й недели беременности вплоть до рождения или прерывания ее. Право на эту соцподдержку имеют не только граждане России, но и иностранцы, постоянно проживающие в нашей стране. Размер пособия составит 6082 рубля. Рассчитать среднедушевой доход семьи, чтобы понять, положена ли вам выплата, несложно. Для этого необходимо сложить доходы всех членов семьи, в том числе зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия и стипендии. Полученную сумму необходимо разделить на количество человек в семье. Она должна быть меньше 11 380 рублей. Также при вынесении решения о назначении выплаты учитывается имущество семьи. Это же условие является обязательным для получения другой, новые выплаты, положенные родителям-одиночкам. Могут получать граждане, если они, а это одинокие родители, если там второй родитель умер, пропавший без вести, либо это опекуны-попечители, либо если этот родитель находится в разводе, основной критерий к данной выплате – это решение суда. Это 50% от прожиточного минимума на ребенка принято в регионе. В Севастополе данная выплата будет осуществлена 6138 рублей на каждого ребенка. То есть если мама или папа попадает под данную выплату, они имеют двое или трое детей, то на каждого ребенка они будут получать 6138 рублей. Получать эту ежемесячную выплату неполные семьи могут на ребенка с 8 до 16 лет. При этом подать заявку можно будет в первые 6 месяцев по достижению ребенка 8-летнего возраста. Подать заявление на пособие можно на портале государственных услуг или в клиентских службах Пенсионного фонда Севастополя. Необходимые документы Пенсионный фонд запросит самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. На данный момент поступило более 400 заявлений. Они находятся в обработке. Ежемесячное пособие назначается на 1 год и продлевается по заявлению. Размер выплаты индексируется в начале каждого года.